Всем привет, сегодня в дверях будем проводить эксперимент. Какие же замки может открыть скелетный ключ? Давайте стартовать. Все. Я вообще ничего не беру. Возьму фонарик и витамины возьму. Пусть будет. Но если мы найдем ключ, то просто будем применять аккуратно. Ну, чтобы я это прям записал. Давай. Будем проверять, где его можно применить. Вот. Все, открываем стандартно. Как приятно. Ой, йоу. Да-да-да, крестовая комната. Над дверью нет. Сразу же крестовая. Что за подарок? Если бы здесь крест был бы. Но сейчас мы его, конечно, не найдем. Нам до фигур нужно бежать. Это же вероятность очень маленькая. Батарейка. Вот. О, класс. Беру. Пятерка. Нормальная такая комната. Но один шкаф всего. Тут вообще ноль. Семь. Я уже в Дорс разучился играть. Восемь. Прикольно. Ну все, тут подвал. Я себе тоже тоже не играл, только вчера зашел. Подваливаем. Нашел. Сейчас прикол не будет даже в магазинчике скелетного. Ух ты. Девятка. А, кстати, получается отмычки-то можно и купить будет в следующий раз. Да, чтобы мы так не искали. Нам все равно лут-то особо не нужен. Батарейку если что нашел в первой комнате. Класс. Полочку оставил выдвинутой. Беру. Да, нам нет смысла вот именно прям лутаться в поисках того ключа, потому что он почти невозможный. Но ты еще писал, что ты отмычек много нашел, помнишь? Да. Получается, раз мы их не купили, нам, скорее всего, они будут попадаться. Прикол, смотри, тут батарейка и зажигалка была. Ну все, ты забрал. Световой. Так, лутовая. Их-то точно проверяем. Сейчас там отмычки. Ну такая, пустая, можно сказать. Тумбочка с одной полкой. Провал. 11. А, ну смотри. Неплохо. Здесь тоже бывал, кстати, ключик. Ну-ка, отмычки беру. Ключички взял. Мне теперь еще нужен свет, если что. Отключиваем дверь, получается. Да. Батарейка. У тебя, наверное, уже полный. Да, не нужна. Но я дотрачу зажигалку, наверное. Дать ее не могу. Так вот, да, скидывать можно было бы. Допустим, быстро поднял и с кем-то поделиться. 15. Ел. Открываю. Все, жду. Там, видимо, крестовая. А, может, заранее? Нет, это не крестовая, кстати, была. Но все равно на столы внимательно смотрим, как будто бы ищем отмычки. Еще батарейка. Да, фонарик тоже можно было покупать мне. Для удобства. Нам, считай, нужно доходить до конца. В принципе, можем этот ключик применить вообще сразу в конце. Потому что мы очень далеко уже уйдем. Можно. То есть дойдем до библиотеки. Либо сохранять, а если смысл, если нам все равно на последней двери проверять. Вот мне интересно, как это применить секретный ключ на сундучке. Это же вообще прикол. Представляешь себе увидеть его там же? Отмычка. Так, ну, отмычку я не использую. У меня есть ключ. Давай. Открываешь сундучок скелетным, и попадается скелетный. Вот. Или тоже топ будет настоящий. Да-да-да. Кстати, нам отмычки тоже нужно было брать. Нам потому что... Могут в закрытых сундучках дать тоже скелетный ключ. У меня есть две отмычки сейчас. А, ну хорошо. Не трать тогда на двери. Да-да-да. Ищем есть. Лутовые. Есть? Есть? Нет. Ах, ты отпала. Фейковая. Каких экспериментов только у нас не было, да? Это вообще прикол. Самое большое количество. Так, стоит ли лутать? Ведь только налутаем отмычки, скорее всего. Нам ключ нужно купить, по идее. Ух ты. Темный коридор. Класс. Так, ты справа смотришь. Я слева. Нет. Всегда батарейки же в каждой комнате стороны всего две. Лево и право.
Амбуша комната. Смотрим кресты. 27. Нет. Ну, кстати, все, занимай ближний шкаф. Я побежал дальше. А, окей, все. Открыл. Я хотел уже был назад побежать спрятаться. Все, я залез. Нужно дверь, я открыл. И еще нужно, конечно, накопить 400 монет. У меня 300. Класс. На скелетный ключ мы копим. Ух это ты. Крестовая. Крестовая. Ну без креста. Нет. О, кстати, я быстро забегал. Прикол. Кстати, я засмотрелся. Ты крутой. В крутых очках. А, да, он дальше за вентиляцией. Провальный спаун. О. Я тут. Я подумал, у меня забаговало. Уже свет просто в глазах. Кстати, ну-ка я дальше. Тридцатка. Ничего себе, далеко ушли уже. Тридцатка. Лутовых нет. Глаза, глаза, глаза. Класс. Классик. Классика. Так, ладно. 320. Опа. Батарейка. Лутовая. У тебя явно потрачена. Да. Так, а, давай. Лутовая точно. Ну-ка. А, тут два сундучка. Тогда... Ну, где один я? Твой, допустим. Зажигалка была. Возьму. Тут слитки. Не возьму. И типа не взял. Глаза 34. У меня 405 монет. На ключ хватает. Буду брать по возможности я, чтобы прямо записывать более идеально. От первого лица. Все аккуратно. Кстати, здесь тоже может быть, я думаю. Раз кресты бывают. Класс. Так, ну-ка. Право. Право. Л. Ну ты первый бежишь, я вижу, у тебя витамины. Да. Лево. Теперь уже почти что я первый. Убежали витамины. 40. Спидраним. 41. Так, можно не лутаться. 42. Но это лучше делать, если ключ будет в полочке. Как крест. Да он, скорее всего, будет сверху лежать. Уже лампа бьет, сейчас будет амбуш. Нам нужен, конечно, крест был. Можем амбуша загнать в библиотеку. Вот прикол. Ох ты, вот здесь лучше применяй. Все, иду. Мы все равно уже дошли. 4-8. Сейчас зигзаг ведь, да? Точно. Без не багов. Паль. 49. Ну да. Ну-ка, что тут дадут? Приятный ключ, прикол здесь найти. Ничего. Так, ну-ка, если я снова залезу, попытаюсь. А, ладно, не будем баговать. Сейчас, конечно, проходим аккуратно. Ну я налево. Я тогда направо пойду. Оп. И кто-то по центру идет. Фигура. Да. Он рядом. Нет, она ушла. Книги есть. Я шагов что-то не слышно, это плохо. Ну да, я еще ни одного не слышал. Йо, она ходит как будто в той позе у меня, прикол. Подожди, стоп. Это ты тоже наблюдаешь? Не-не-не, подожди. Она у подожди. Меня подожди. Она какая-то странная. Она прям, да-да-да, она ездит. Она ездит, вот. Уходи. Мы еще должны это сохранить. Она ездит без шагов. Да, на автопозе. Просто на ножках ездит, а руки... Болтаются. Да, болтаются. Класс. Как веревки. Ну я дальше еще. Вот она. Страшно, что ее не слышно вообще. Где она? На втором. Видишь, ее не слышно. Йоу. Поехала, поехала.
Ура. Класс. Ну и не страшно так-то. Нам сегодня подыграл Roblox. Так, с другой стороны книга. Нашел. Сейчас буду говорить. Ну я сам, скорее всего, введу. 63, 0, 6 и ромб. 63, 0, 6. А, я ее не вижу. Она к тебе идет. Она к тебе идет. Все, я убежал. У меня как будто пцикал скрич. Класс. Фигура в позе без шагов. Вот оно. 63, 0, 6. А где вот она сейчас? Я не вижу. Вот я тебя вижу. Ушла, по-моему, вниз. Я увидел. Да, вижу ее. 63, 0, 6. Надо ввести. 63, 0, 6 и 9. Наверное. А, хорошо, да. 63, 0, 6, 9. О. Даже не хочется от такой уходить. И вернусь. Ни одного шага не сделал. Да, скелетный беру. Все. А ты крест, да, или у тебя нет? Нет, пытаюсь. У меня 270. А, понял. Так, ну-ка, что у меня еще? Я сейчас зажигалку куплю. Да, конечно, сейчас именно денег нет. 5 монеточек не хватает. О, должно хватить. Все, побежал. Подожди. Тут шкафов нет. Ну нет, один есть. Там раз летит? Пока нет. Все, зажигалку заполнил. Теперь у нас есть скелетный ключ, желательно дойти до конца. Дверь не знаю, но она единственная. У тебя там, если что, шкаф есть. 5-5. Все, занимай. Это мой. Я вот здесь возьму. Прячусь. Ура. Все, вот сюда иди. 5-6. Да, если мы еще один найдем. Скорее всего, один раз будем проходить, один ключ найдем. Но нам, видишь, сейчас нужно примить на последней двери. И тогда уже до конца-то не будем ходить. Прячься, все измигал. Не. Ё, глаза. Моя кровать. Ладно. Джеллифиш. 60. О, свеча. Где ты там? Включает. Так был звук скрича у меня прямо, но он не появился. Нашел. А, отлично. Ну-ка, может, здесь будет скелетный еще? Нет. Нам нужно быстрее доходить. Нам нужно от багов ключ применить. Да. Тут их не было. Так, ну тут понятно, прямо. Обход. О. А, у нас креста нет. Первый скрест за всю игру у меня. Вот здесь-то понятно, что он применяется. Но какое условие? Подожди, ну какое условие? Если что, мы потом его применим. Не, ну, какое вот условие? Применять ключ на всех замках игры. Но это смешно, применять его на его же двери. Да-да-да, поэтому бежим. Мы его применяем на том, на чем он обычно не применяется. Летит, летит, все уже, прячься, назад. Йоу, там он уже близко. Ура. Слушай, мне для второго. О, нашел. Это был бы провал, если бы мы играли с отмычками. 68. Сейчас просто дойти до конца, и все. Просто, просто дойти до конца. Это типа легкая задача. 70-ка с замком. Но здесь бывают ключи интересненькие. Монеты. Отмычки. Но и ключа нет, кстати. Отмычка есть ключ. Так, смотрим. А, вон на кровати. Там, возможно, еще будут страшные комнаты. Вот сейчас есть ключ. Так, а, все. Спасение. Буду с ключом идти по возможности. Смотри, вот так. Он как крестовая. Креста нет. Потому что здесь сик. Видать так.
74. Сейчас побежим. Ни одного глаза нет. Кстати, нет, я так постою. Чтобы зафиксировать-то. Подожди, как мне нужно стоять, чтобы его было видно нормально в сцене? Вот так, сцена же отсюда. Ну-ка. Смотрим. Yes. О! Во-во-во. Ну да, так, более-менее. Побежали с ключом лево. Центр. Прям. Лево. Слева. Центр. Ты первый меня получается. Право. Л. С ключом. Он является крестом. Допустим. Для кого-то. 8-1 налево бежим. Опасно. Тебя сейчас прижмут. Понял прикол здесь? Он мог тебя все равно убить. Ты же врезаешься в стену, и он очень близко. Оказывается. Обратно к Сику. Эксперимент. 82. О, вернулся все, конец. К Сику в полчаса спал на хальт? Комнат. Это хальт, да. Йоу. У меня еще скрич здесь зашел. Прикол вообще. Пока идем вперед, все нормально. Его вообще пока нет. Все, разворот. У меня лишь. Сейчас увидишь ключик. Что-нибудь достань в руки. Достал. Йоу. Так, пока тебя не вижу. Задел один раз. Давай. Как ты рискуешь там? Вот, видишь меня? Да. Это... Вечное хождение в коридоре можно сделать. Продержаться 20 минут в коридоре. 20 минут. Вау. О, спасибо. И шкаф открыл. Кстати, я был, наверное, в 7 метрах. Я тоже. Но я использовал витамины, чтобы не убил. Раш. Я возьму эту шкафу. Как так-то? Как так-то? Почему так быстро? Откуда он? Я же стоял просто на часах. На часах стоял просто и все. Он прям здесь появился, получается. Его можно было, скорее всего, даже увидеть. Он был, скорее всего, в закрытой комнате. Хальта. Все нашел. И слитки уж мои. Там улица, наверное. Да-да-да, сразу прямо. 89. Крест. Ура! Да, смотрим все равно за крестом. Пальцы, так вот, да? На мече бы располагали его иногда. Прямо вот здесь вот, посередине. Ну да, или посередине. Висел так красиво, допустим. Сейчас идем с ключом до конца. Применять будем его на самой дальней двери игры. Так, 90. Ну, кстати, сейчас мне нужна будет зажигалка, конечно. Так, постою на всякий случай, пока у шкафа. Ладно. Чтоб если полетит. Ну, видишь? А ты-то где? А, ты там, в проходе. Да. Ну, я открыл, и опять ждем. Ждем. Йоу, скрич. Атаковал. Прикол. Жестко. Он без лука появился, провал. И раш летит. Не, ну я доприменю. Я доприменю его. Давай. Надеюсь, выживу. У тебя есть фонарик. У тебя фонарик, я заберу. Давай. Да хотя все можно взять. Это не такой прикол. Фигура в той позе и скрич без звука атаковал. Ну здесь, кстати, очень шумно. Но я его всегда слышал. Сейчас он вообще как был. У тебя так мало жизни было. Да, из-за того, что хальт атаковал. 98. Уже финал. Гад летит. 99, хитрец. Ее не открывает. С ключиком иду. Класс. Дверь номер 100. Сейчас будет первая проверка. Можно ли открыть ту самую техническую дверь? С электрощитком. Проверяем. Вот ключик. Дают? Да, можно. Ура. Открыл. Фигура здесь. Так, это еще рано решать. Смысла вообще проходить нет. Потому что ключ я не сохраню никакой. Наоборот, назад.
Назад шел. Вдруг бы пробежала меня. Сейчас она ходит не в той позе, кстати. Теперь проверка будет на обычной двери. Я покупаю отмычки еще, на всякий случай. Так, давай я фонарик и отмычки тоже. Без витаминов. Так, нам деньги все равно нужно копить. Есть крест. Ключик взят. Нет, вот ты. Резкое увидение. 0-2. Нормально, дали на последний все-таки. Этот ключ является еще и отмычкой. Но все равно проверяем полностью на всем. Так, 7-1. 8. Начало. Ага. 7-1. Дальше X. 4-8. Так, вводить? Да, открывай даже. Открывай, я побегу. Давай. На витаминах. Вот так вообще. И сейчас, допустим, дверь перед тобой закрывается и перед тобой. А, ну мне не хватает, пока только ты его не бери. Да-да-да. Так, ну я возьму тогда, наверное, отмычки. Сейчас сразу не будет 10 монеток. Ох ты. Крестовые сразу же. Еще 5 монеток осталось. 5 всего лишь. Все, давай. Добрал. Побежал за ключом. Сейчас будем открывать первую дверь, которая закрыта на замок. Еще витамины, спасибо. Это фейковая комната. Вот следующая, которая закрыта на замок, открываем им. Уже скрич атаковал. Да он не бесшумный, у меня сейчас та же самая ситуация была. Я пропустил его за рождение. Пил. А у меня он был и без звука. Выровнял отмычки, получается. Оп. И вот куда идти? А, все, вижу. Меня заперли. Картинная. Так, ел. Я все перепутал. Горизонт событий. Все, бегу с этим ключом. 58, главное. Уже дошли тоже почти до конца. Йоу. Так, дальше бегу. И зайти на 1000, прикол вообще с ним. Все, на всякий случай не пошел. Зажигалка. Так, ну, я взял зажигалку. Все. А, все, подожди. Мы сейчас будем применять скелетный ключ. Давай. Я даже посвечу вот так вот. Применяем. И реально открывает, все. У меня ключ исчез. Ключа не было. Получается, сейчас нет смысла даже как будто бы проходить. Типа резко так смысл пропал. Я налево. Ну ладно, все равно пока что идем. Я нашел прикол. Вот эта скорость. Скрич, жесть, напугал. Лазарет, все, попался. А 1000 и сундучок еще остались. Давай. Вот так будем делать. И даже, в принципе, можем... А 1000 оставить напоследок, как самую крутую. А 1000, в принципе, и так редко заходит. Так даже знаешь, как давай сделаем? Сейчас применим на сундучке, а потом зайдем в 1000 и даже там немножко поиграем. Побалуемся. Представляешься, все же уже забыли про этот режим. То есть, как бы это напоминание. Прикол. Надо успевать. Я успею, наверное. Давай, выйди. Два. Топ. Топ скорость. Йо, она с нами убежала. Смотри, стой здесь. Не открывай пока. Ты видишь это? Да. И только сейчас убили. Она рядом была, прикол. Напугала. Забираю. Ты можешь ничего вообще не брать. Мы сейчас открываем сундук лутовой. Я хочу попробовать лутать на крест. 50 монет не хватает. А, подожди. Я ничего не собирал. А, ну все. Это хальт, по-моему. Если что, я прохожу, подожди. Это хальт, прикол. Так, ну все. Я иду. Давай. Ну как, я прохожу. Я его не пройду сейчас, конечно. Так тут же без риска-то можно легко пройти. Да, ну когда-то он у меня прям очень убежал.
Сейчас все нормально будет. Это не я. Смотри, какая у тебя тактика? Я-то разворачиваюсь. А я назад просто зажимаю. А. Я-то прям разворачиваюсь жестко. Это срабатывает. А, ты такой скоростной? Нет, я просто... Я не использую витамины. Нормально. У тебя был более удачный респаун, значит, его. Тебя больше пропускал вперед, понял, чем назад. А у меня и вперед почти столько же, и назад давал почти столько же идти. То есть я почти что не шел вперед, не продвигался. Вот прям показываю сику. Так можешь даже с сиком взять превьюшку-то. Во. Типа на старте. Класс. Так, сейчас самое главное убежать от фигуры. Прикол. Я такой применил. Но у меня витамин есть, если что. Сейчас я побегу. Кстати, я могу даже по кругу пробежать. Она же вниз за мной не побежит. Да, ну. Сейчас будет настоящий топ. Тут самый. Ага, по кругу и прям в нее врежусь. Да-да-да. Беги быстрее куда-нибудь. Вау. Он с тобой прикол. Фигура. Давай-давай-давай. Фигура. Обманула. И пошла, допустим, с другой стороны, прикол. Я пока бегу. Все. Все, жду. Ой, за далеко. Мина. Далеко. Смотри, где она. А, ты не видишь. Она у бочек просто. Здесь. Я вижу, наблюдаю. Зависло, все. Пока ухожу, сохраню. Я даже так побежал. Вообще не страшно. Она же здесь зависает. Но у меня, кстати, сейчас будет крест. И да, я помню, какой ценой мы пытались обмануть порталу, это была жесть полная. И это сохранено. Вот, видишь, здесь крест у меня, если видно. Сейчас крест, в общем, появится. Все, ключик есть, супер. Вообще супер кадр. Я этот ключ вроде бы никогда не клал в портал. Кстати, у меня-то мои ножницы горят, прикол. Вот, отлично. Я свои ножницы. Я положил ножницы в портал. И ты такой, допустим, показываешь ножницы всем. Вот у меня есть крест. Я, допустим, открываюсь и заманиваю ее прямо сюда. Не, никак. Никак. Ну-ка в шкаф. Дай пройти. И в шкаф. Она идет как будто бы. Йоу. И выходим. И сразу заходим. Да, конечно. Так нечестно, ты мне дала задание. Сейчас буду решать. В портале есть. Беру отмычки все равно. Тоже. Если вдруг будет такие. И последнее применение будет на 1000. У меня здесь этот ключик. Кстати, я сейчас отмычки, значит, положу. Да, вот так. Нет. Такой обмен странный. Вот у меня ключ. И ее здесь открыть первую. Ну, это, конечно, странно. Но мы уже ключ применяли. Yes, можешь использовать ключ. Ура, светлая. Да, смотри. Ура, все. Кстати, да, свети, еще ради прикола. Вот так. Применяем ключик на сундучке. И применился. Тут отмычки, ура, забираю. Витамины твои. Все, две отмычки есть. Дальше я покупаю уже. Опять-таки скелетный ключ и попадаем на 1000. 7609. Есть, дальше. Так, и крест нужен, неизвестно. Сейчас скажу. Крестики и нолики. Один. Все, подходи. Готов? Давай. Давай я здесь ждать. Да, конечно. Ох. Почему так-то? Прикол, смотри, прикол, смотри. Ничего себе, темная дверь, его. Страшно даже, смотри. Так. И я ключ беру. У меня в руках, допустим, ничего нет. У меня 95. Еще витамины взять на всякий случай. Ну, можно, кстати, витамины взять. Вдруг прям пригодятся. Так, ну, так, здесь была отмычка еще одна, поэтому я и вспомнил. Посмотри, все, мы уже идем на 1000. Класс. У тебя есть отмычки? Да, две. Я все сейчас и применю. У нас 5 отмычек, прикол. Креста не было, да, я так понимаю? А как картина подписана? Так, космос какой-нибудь, да, непонятно.
У этой картинки нет подписи написано. Ты открываешь отмычками. И вот применение финальное скелетного ключа. И мы, конечно, заходим. Зажми Е. Skip intermission. Пропустить А1000 и выйти просто в лобби. Все такие нажимают и все. Финальное применение не сделали. Но это уже больше пасхальное применение. Так, все, фонарик. Даже есть. Ну-ка, ну-ка. Я во что-то врезался изначально. Этот фонарик вообще плохой. У меня 10 монет нет. Трава. Скидывай мне монетки. А тут они будут вообще в игре или нет? Да, спавнились. Сейчас поищем. Это мои. Сейчас обратно вернусь. Только неизвестно, кстати. Курьез века. Кстати, слиток дал 155 монет. А давай проверим, закрываются ли здесь двери, если пройти 5 дверей. Прикол. Все, я стою. Я даже витамины пью. Давай, я стою. Посмотрим, это как здесь жизнь тает. Все, бам. Да, телепортировала. Подожди, а жизнь-то не отняла. Глич был? Да, жизнь-то не отняла. Прикол. Кстати, еще монета. Сейчас давай я. Давай, я постою. Я пока без витаминов. Сейчас, допустим, 60 появится. Кстати, батарейка. Да, тут самое то играет с настоящим фонариком. Потому что батарейки постоянно насыпают. Ты я там стоишь? Да. А, 13? У нас здесь разница не в 5 дверей, кстати. Йоу. Телепортировала? Да. Жизнь есть? Да, все нормально. Класс. Так, здесь... Ты понял, да, прикол? Насчет нет, ленивого. Ну тут, конечно, можно нормально так прикурить. Ну-ка, 18. Тебя телепортируют прямо к монстру. А, 18. А, 120. Ну тут сложно играть до смерти, конечно, потому что можно вообще не проиграть. Так-то. Монстр очень часто спавнится ведь. Тут их немного. А, 60, а 90, 120. Кстати, да. Подожди, А90 это которая не дает идти? Да. Которого нельзя двигать. А60 летающий, А120 это такая голограмма. Да, улыбающийся. Монетки. И он голограмм. Монетки 10 дают. То есть скажем по фонарику, по идее. Кстати, у меня зажигалка есть. Но здесь само собой их не будет. Свеча. Может, она не тает здесь? Сейчас проверяю. Вот мне написал ваш крест. Здесь не работает, не чувствую себя нормально. Подожди, свеча почти не тает. Ура. Прям берешь по пути. Кофемашинка какая-то. 5-7. Да. Тут все готово, чтобы нормально здесь жить. 5-9. Батарейка. А60. Подожди, стоп. А, батарейка не на воздухе. Появился. А я бегу дальше. А, так. Двери открываются. Как? Двери открываются. По звуку. Вот сейчас слышал опять открывание двери. Может, они действительно там открываются? Будет и прикол. Крест взял. Прикол сам открывающейся двери. Это же вообще жесть. Но пока такого нет. Я попробую сейчас побежать на витаминах. Как только будет шум. Но плохо, что у меня одна штука. У тебя не было? Нет. Я выпил. Когда проверяли глича. Я бы побежал, считай. Да, я бы побежал, а потом вторые постарался бы применить. И уже больше бы монстров не было в игре, к примеру. Здесь. Летит. Я крест взял. Сейчас, да, 90 секунд пройдешь. Вот так, смотри. Есть, класс. Лёг. Супер. Ты умер в этой вселенной. И желтый фон зато. Тебя убил А60. Ну-ка, смотрим, да, А60. Вы достигли А77. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня провели эксперимент, какие же замки открываются скелетным ключом. Оказалось, что все возможные замки игры. И даже на финал ставили замок на двери А1000, про который, скорее всего, не все знали. С вами был Топси. Всем пока.